Митинги с требованием отставки правительства Яценюка проходят сейчас по всей Украине. Львов, Харьков, Днепропетровск, Луцк, Одесса, Полтава и другие города. Больше 1000 недовольных работой Кабмина собрались и в центре Киева у стен Верховной Рады. Люди принесли с собой чучело Яценюка и клетки с кроликами. Надпись на плакате «Кроликов в клетку, а не в Кабмин». Вину команде премьера украинцы ставят значительное падение уровня жизни, резкое повышение тарифов на коммунальные услуги, а также введение налога на пенсии. Сам Яценюк в ближайшее время должен выступить в Раде с отчетом за год. От того, как воспримут доклад депутаты, во многом зависит, сохранят ли посты премьера и его министры. Три из четырех партий, входящих в коалицию, уже заявили, правительство с поставленными задачами не справилось. Так считает и самая многочисленная фракция в Раде, блока Петра Порошенко.